Привет, с вами Соня Игрушкина. Смотрите новую серию «Свинки Пеппы». Пеппа и Джордж решили прогуляться. И что они увидели у себя на пути? Джордж, что это такое? Не знаю, Пеппа, но это явно что-то очень хорошее. Джордж, это настоящий игрушек! Я рада, я очень хочу уже в них поиграть! Джордж, смотри, сколько тут игрушек! Тут можно в обморок упасть. Давай в них играть. Я буду стоять с этой стороны, а ты стой с другой. Ладно, Пеппа. Готов, Джордж? Раз, два, три. Мы добрались. Давай пороемся в игрушках, может что-нибудь найдем. Давай. Так, я, пожалуй, чего-нибудь интересненького поищу. Так, я ищу. Ух ты, это поняшка. О, а это-то какая большая. Так, сейчас ищу я. Я ищу. Ух ты, я нашел паровозик. Какой прикольненький. Да, заберу его домой. А я эту поняшу заберу. Джордж, смотри, что я нашла. Сюда можем складывать все игрушки, которые найдем. Давай это поставим вот сюда. И сейчас я принесу наши игрушки. А теперь поищу мешком. Пошли. Вот как мы с тобой, Джордж, много игрушек привезли. Что я еще нашла? Я нашла коровку. Джордж, смотри. Ой, медведь. Пеппа, найди Машу и поиграем. Да, давай. Вот как мы с тобой, Джордж, много игрушек привезли. Что я еще нашла? Я нашла коровку. Джордж, смотри. Ой, медведь. Пеппа, найди Машу и поиграем. Да, давай. Джордж, я нашла Машу и вот этого Мишу, или как его там зовут, не помню. Джордж, смотри, это же клыки. Джордж, я нашла собачку. А я нашел коляску. Когда я был маленький, я катался в такой. Джордж, я нашла две утки, карсик, вот эту вот собачку, зебру. И что-то я еще нашла. Пеппа, я нашел газировку, рыбину, коляску, молнию Маквин. И еще я нашел пингвиненка. Динозавр. Дорогие друзья, если вы хотите столько же игрушек, то обязательно подпишитесь на мой канал. Подпишитесь обязательно. Подпишитесь на наш канал.